В республике проходит отбор в армейский резерв в рамках проекта Министерства обороны России. Работу проводит военный комиссариат республики. Проект «БАРС» в первую очередь заинтересует граждан, состоящих на воинском учете, пенсионеров Минобороны и силовых структур. В резерв также могут записаться и те, кто военную службу не проходил. С гражданами, состоящими в резерве, каждый месяц будут проводить тренировочные занятия до 3 дней и раз в год военные сборы до 30 дней. Мы поставляем резервистов для дивизий, которые формируются на базе частей, расположенных поселок Спутник города Владикавказа. А все сборы будут проходить на полигоне Тарский. В настоящий момент готовится учебно-материальная база, палаточный лагерь, заводится необходимое имущество.